Немножко поспела молодая гречка. Гречиха. Она им так понравилась. На самом деле все карелы очень любят разные колосковые травы. Вот. И на даче я стараюсь выращивать гречиху, овес, проса. Вот, потому что они очень обожают вот именно семена трав. Можно подорожника, семена вот тоже любят. Вообще все колосковые травы. Наверное, самая вкусная для них еда, потому что в природе они, как во всех книгах умных было написано, питаются семенами трав. Ну вот гречиха им особенно понравилась, но она еще у нас не сильно дозрела. Вообще такая трехизеленоватая, но может она и поэтому для них вкусная.